С одним человеком случилась беда. Друзья от него отказались, не стали его приглашать никуда, исчезли и не появлялись. Знакомые просто забыли его, в семье уважать перестали. Он очень тоскует, и нет никого, кто спас бы его от печали. Он книжки читает, он грустно живет, а помощи даже не просит. Я вам скажу, это каждого ждет, кто пить неожиданно бросит.